И в начале выпуска трагические новости из Ненецкой окружной больницы. В четверг, 4 июня, в стационаре скончались сразу два пациента. Оба находились на лечении с тяжелыми патологиями по основным заболеваниям. Также у обоих была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Эта ситуация стала поводом для проведения экстренного совещания у временно исполняющего обязанности главы региона. Ирина Никешина продолжит. По словам главврача Ненецкой окружной больницы Дмитрия Козенкова, оба пациента имели тяжелые хронические патологии. Сопутствующим диагнозом была коронавирусная инфекция. В первом случае у пациента было прогрессирующее заболевание крови, у второго – тяжелая сердечная патология. Второй случай только что произошел? Да, буквально недавно, но контрольный результат коронавирусной инфекции был отрицательный, в понедельник, то есть саму инфекцию мы вылечили, у пациента была хроническая основная патология. То есть причина смерти не ковид, а основное заболевание. Все пациенты, у которых коронавирусная инфекция выявлена как сопутствующее заболевание, получали и продолжают получать необходимые лекарственные препараты, в том числе и по основному заболеванию. В части лечения коронавирусной инфекции также есть необходимый арсенал лекарственных препаратов. У нас есть от легких, средних степеней до тяжелых. То есть есть все схемы проведения терапии. Мы параллельно лечим и от ковида, и от основного заболевания. Естественно. В первую очередь от основного, ну и, соответственно, от ковида. По словам Дмитрия Козенкова, в настоящее время в реанимации находится один пациент. Состояние тяжелое, но неинвазивное ИВЛ, состояние стабильное. Там основным диагнозом проходит коронавирусная инфекция с тяжелой пневмонией. С тяжелой пневмонией. Да. У нас все тяжелые больные, которые находятся в отделении реанимации, они проходят консультацию в специализированных центрах, которые определены Министерством здравоохранения. В частности, это Институт Сеченова. То есть коррекция лечения, тактика ведения пациента согласовывается в том числе с ними. В свою очередь, руководитель окружного профильного департамента отметил, что те пациенты, которые ранее проходили лечение от пневмонии и у которых основным заболеванием был COVID-19, даже находясь в тяжелом состоянии, выздоровели. Вот из тех пациентов, которые сегодня находятся на лечении, таких опасений по летальному исходу больше нет. В настоящее время в окружной больнице проходит лечение 19 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Один из них в реанимации. 18 человек находится в отделении средней степени тяжести. В общей сложности с начала пандемии в Ненецком округе выявлено 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 34 человека. На самоизоляции в домашних условиях находится 447 человек. В обсерватории – 10. Ирина Никешина, Антон Водряков, телеканал «Север».